Мне поступил вот такой интересный вопрос. Спасибо, Лена, за ваш вопрос, за ваше доверие, за то, что смотрите. Сразу хочу сказать, я не работаю в сфере HR. Я просто даю советы, то, что знаю, на что опираюсь, это мой опыт и вообще знание законов, правил. Проблема в том, что люди, которые не знают языка, им намного труднее. Хочу все-таки сразу подойти с другой стороны и сказать, что в Бельгии очень много работы. Очень много работы. Хотят людей, у которых горят глаза, как говорится, и которые хотят работать. То есть я вам работу не найду. То есть если вы надеетесь, что я или кто-то другой найдет за вас работу, даже если вас кто-то порекомендует, даже если где-то что-то, вы и ваш муж должны сами себя научиться продавать. Сначала я хочу дать все-таки мой совет. Пусть он хоть как-то базово начнет учить нидерландский язык. Базово. Чтобы хоть как-то попытаться продать себя. Потому что без языка, ну как он продастся? Сидя в Google переводчике, если он работает на машине, значит, он будет что, за рулем переводить, если ему кто-то... Ну, я не знаю просто, как люди работают без языка, а у него нет работы. Пусть он все силы отдаст в изучении языка. Помогите ему, найдите знакомых. Но идите, учите язык. Не надо надеяться на других людей. И второе. Как только он хоть как-то начнет разговаривать, себя выражать, пусть звонит во все интеримы, встает на учет в виде АБ, или в инстанцию в Брюсселе, или в Болонье, я не помню, где вы живете, просто набум абсолютно везде звонит. Ему нужно получить как можно больше опыта. И еще лучше, конечно же, узнать, почему его уволили. Потому что если новый работодатель будет звонить старому работодателю, естественно, вам нужно подготовить резюме, в котором вы должны указать опыт, но не вы, а ваш муж. Опыт работы, естественно, если новый работодатель захочет позвонить старому, и там были какие-то косяки, чтобы ваш муж знал, как объяснить этот косяк новому работодателю. Это очень важно. Второе, третье, четвертое, много у меня советов и в моих видео всегда, и в прямых эфирах. Посмотрите, пожалуйста, не поленитесь. Все бесплатно. Вся информация вам дана бесплатно, вам нужно просто... все свои силы сейчас обратить в изучение языка и поиск работы. Все реально. Работа здесь вот так. Главное, чтобы горели глаза, чтобы было желание работать и получать опыт работы. Это самое главное. Ладно, будет вопрос, задавайте.